Сейчас мы с Тёмой приготовим потягушки смузи с тархуном или эстрагоном. Тут такая вкусная трава. Я ее брала на экомаркете, ее очень сложно где-то найти. Но из нее можно сделать настоящий тархун, да, Тём? Он ее просто так жрет. Первый раз он не включается, это предохранитель, а вот в следующий раз он включится. Еще больше цены, на максимум. Надо, давай, давай, давай. Включи. Салатовый. Какой? Ой, вообще прям такой однородный получился сегодня. Класс. Смузи.